Дим. Да, привет. Слушай, ну ты где уже? Мы тебя заждали здесь. У метро? Ну, ты вышел из метро из самого? Да, хорошо. Ладно, слушай, мы тогда выходим, подходи к магазину, и мы тебя там ждем. Все, окей? Давай, да, я приду, я встречу тебя, да, все нормально. Все, давай, целую, давай, пока. О, Дима, здорово. Привет. Как добрался? Нормально? Слушай, я знаешь, что думаю? Может быть, мы пойдем что-нибудь купим, я не знаю, может, водку, как ты любишь. Или шампанское. На самом деле, просто одни бабы. Давай, может, шампанского купим? Пойдем. Слушай, Димон, ну что будем брать? Водку, шампанское, выбирай. Шампанское, да? Давай. А можно нам шампанское? Спасибо. Вот такой, да? Нормально? Все, берем. Спасибо большое. На здоровье. Димон, пойдем. Давай, Лена. Димон, ну хватит с чуваками. Ты что подобрал? Пойдем. Ну, девочки ждут. Черт, кого? Девочки. Девочки ждут. Пойдем. Ну, Дим, ну пойдем. Дима, ну пожалуйста. Ну чего ты лег? Ну девчонки ждут. Ну, Дим, ну я тебя прошу. Ну пойдем, ну пожалуйста. Ну давай я помогу тебе. Блять, ну что ты нажрался раньше времени? Мы же просили. Все, дошли? Вижу, ты Саш! Дима! Ты что так пиздишь? Димон! Ну, привет вам! Да что, давай, давай! Я тебе помогу, я смотрю, ты уже вообще... Димка! Я так рада, что ты решил праздновать день рождения у меня в квартире. Я знаю, как ты хорошо относишься ко мне и к этому дому. Я хочу сказать тебе тост. Шампанское, кстати. Ты водку, да? Да, Димон, ты спящий мужик. Пацан. И оставайся таким же. Не... Давай ты не протухнешь совсем. Настоящий. Я пью за тебя настоящий человек. Немножко. Танька! Ну что, празднуете уже? Да, да. Какая-нибудь по драйвам. Одевай. Димка, привет! Ну, Лен, ну давай, ну скажи Димке что-нибудь. Дима, жалко то, что нас очень мало сейчас, потому что очень много еще людей, которые тебя... Ты помнишь, сейчас они придутся. Да, должны подойти, очень много людей тебя любят. Димон, ты – это самая лучшая феерия, которая произошла в моей жизни. Не знаю, можно? Прости, я просто хочу для фотографии, можно? Фотографа. Ладно, ничего. Спасибо тебе большое, Дим. Потели немножко. Дима, я тебя обожаю. Ты супер просто. Ты супер. Но лучше. Спасибо тебе большое, девочка. Он уже не с нами. Он уже с чужой женщиной. Да, ты потеешь. А что? Так что, Димон, спасибо, что ты нас посетил. Мы очень рады тебе. Хозяйку квартиры и за именинника на то. Ты всегда удивлена, милая. Ты всегда удивлена, девка. Давай. Ой, мама. От смех, смех, давай. Ну ладно, Наташа, давай. Все, надеменька лучше, давай. Давай. Тихо, 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 тихо. Все, выпили.
Все, выезжай. Динка, лезь все куда лучше. Наташа, какая ваша сумка? Дима, спасибо, что опасаюсь я районов на Б. Бирюлёва, Биберева, Бутова, перебирайте ближе к театру. Давай, Смоленск. Ну, Смоленск, тем более. Это же, ну... Будем все рядышком. Язык, скажи. Сколько можно показывать язык человека? Это же круто. Красавец. Наташ, ты сегодня прекрасно выглядишь. Спасибо. Да ради Дмитриева, что ли, Наташ? Я старалась. Да. Дим, ну признайся, ну почему ты выбрала эту женщину? Почему? Почему? Ты понимаешь, что ты пришла? Димон. Ну поздно, уже все. А куда девать? Димка, почему не мы? Мне мама сегодня сказала, Лена, почему он на тебе не женился? Да я говорю, ну мы же не знакомы практически. Тут уж многородство. Особый, да. Дима — это человек-любитель особых отношений. Все очень. Да? Ну скажи, может, ты любишь большую грудь, может быть, что и... Длинные ноги, ваши. Может, длинные ноги, да, ты что? Димон, опять ты удивляешься. Ты других любишь? Может, ты маленьких карликов любишь? Димон. Карлик. Ладно, Димон, в любом случае, для тебя давай, милый. Давай. Любим тебя. Мы тебя поздравляем. Днем рождения. Потому что нас покинул. Мы страдаем. Мы удручены. Нас оставили без внимания. Разве ты был несчастный с нами, Наташа? When we kiss, we were with thy friend. Fever, I'm on fire. Fever, he I burn for sin. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When the daddy tried to kill her, she said, Daddy, oh, don't dare me kill her. This public displays of the